утки прям голодные, да? Ага. Сильно? О, как есть хотят. Корми, корми. Прям любит кило. Да? Они там сидят, только кусают. Все, пойдем дальше. Едем? Да. Поехали. Ну, они сейчас сидят. Поехали. Бери самокат. Твоя прелесть, да? Попьем. Никак. Крышечку. Мы выбираем кока-колу без сахара, да? Угу. Потому что так вкуснее и полезней. Ноль калорий. Держи. Поехали. Вкусная. Кто? Вкусно. Езжай. Папа, мой. Ура! Они любят очень пирожки. Ой, опять ты папу. Папа, смотри, они кушают. Мои травки. Кушают, кушают. А-а-а! Это что, кушали это? Вот это прикольно, Сталивана, убери, пожалуйста. Скажи мне про синичку. У синички родился маленькая синичка. Как назвали? Ну, ее назвали... Звоночек. Почему? Потому что они так хотели. Да? А у мышонка, как твоего мышонка зовут? Невидимого. Ну, его зовут... Его зовут Олег. Ты же говорила Ваня. Нет, его зовут Олег. И что? Я говорила, его зовут Олег. Куда ты побежала? Игорь, да? Игорь. Пойдем кататься. Куда кататься? Я тебе покажу одно место. Площадку детскую. Ну только если там не детская площадка, а это будет коляжная площадка. Ну пойдем. Тебя не обделил? М? Довольная? Как тебе вид из окна? Супер? Почему я эти деревья? Значит, сначала белый, а потом серый. Нормально погуляла хоть. Ну все, мама будет довольна. Нет, бесплатный урок это вот школа балета. Берешь вот эту вот бумажечку, идешь, и тебе там дают бесплатный урок. Понятно? Ага. Но если ты ешь такие пончики, то тебе балет не светит. Я хотя бы дома балет танцую. Да, ты у меня знатная балерина, да? Ага. Кушай. Держи. Спасибо вам. Очень вкусно было. Это коробки. Да,
одинаковые, вкуснее. Одинаковые вкусы. Вкусы разные. Одинаковые. Это ты их смешиваешь?